Из-за плохих дорожных условий на трассах республики страдают и фуры. К примеру, в Верхнеуслонском районе сегодня опрокинулся в кювет груженный большегруз. По предварительной информации, водитель не пострадал. Еще один случай произошел на трассе Казань-Ульяновск, где длинномер также вылетел с дороги, но при этом остался на колесах. В связи с погодными условиями автоинспекторы призывают соблюдать скоростной режим и не торопиться менять летнюю резину на зимнюю.